Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной. Меня по-прежнему кликают Пумба, жирный свин, кому как. А Тимона кликают Тимон. Я просто забыл, что я хотел сказать. А, игра-то Фир. Я вот, понимаете, в башке забыл, что это игра Фир. Я настолько уже наигрался. Я за сегодня снимаю, наверное, пятую серию, шестую подряд. Ну, почти подряд тут с небольшим перерывом. Но это капец уже. Я что-то подустал сегодня. Меня, причем, последняя серия, как вы видели, вы ее посмотрели, я ее раскритиковал. Она мне крайне не понравилась. Если будет дальше такое предложение, я не знаю. Я крайне расстроюсь. И давайте продолжать все-таки продвигаться. Блеха! Надевайте наушники и будем испытывать страх. Меня начинает снова радовать эта игра. О, боже ты мой. Я больше не хочу в эту игру играть. Давайте закончим на этом серию. С вами был Пумба. Всего хорошего. До скорых встреч. Пока. Я пошутил. Чего вы все замолчали? Не снимайте наушники, я буду бегать дальше играть. Не думайте. Я как бы обосрался, но это... Опа, там засада. А, нет, это стол. Бляха! Ты кто? Бляха-муха! Знаете, я скучал, но нет, я не скучал. Помните в прошлой серии я возмущался, верните мне Альму. В жопу Альму. В жопу. Я не хочу ее. Никуда. Никогда. Пусть она хоть нормально, вы видели? Это, короче, какой-то мужик высунулся из-за стены высунулся такой: «О, привет!» Типа, я здесь, а ты кто? Чего ты здесь делаешь? Что это за капец был? Высунулся, блин. Новое сообщение. Первое сообщение. Женевьева... Блеха. Но сейчас он настолько поглощен своими переживаниями, что ни о чем другом не вспоминает. Надеюсь, он вас там не слишком достал. Я беру на себя всю ответственность. Бляха, и тут можно сломать. Произошло с группой. Однако словами ничего. Чтобы выбраться из кризиса, мы должны объединить усилия. Заранее спасибо. Сообщений больше нет. Меня эта штука напрягает. Меня вообще напрягает, когда рядом со мной что-то начинает шевелиться. Интересно, монитор можно сломать? Хватит брыкаться. Не знаю. Кстати, вот это самое интересное, знаете, здесь стол операционный, которым проводят, видимо, опыты. И на столе лежит аптечка, ее подсвечивает эта фигня, которая, знаете, гинеколог уходит. Воу, она крутится! Офигеть! Прикольно! Хотя я-то откуда знаю, что там у гинеколога какие штуки. Воу, она что себе. О, прикольно! Все! Дурак нашел игрушку, я тут застряну минут на 20. Вот это будет серия называться «Лампа». Ламповая серия. Реально. Ладно, пошли дальше. И знаете, я просто не хочу на самом деле никуда идти, потому что там этот чувак высунулся. И куда я иду, там темно. Ненавижу эти автоматические двери. Ой. Ой. А тут ведь... Бляха! Дверь! Тьфу! Твою мать, я напугался тебя. Не надо пшикать. Она просто автоматически... Слушай, хватит брыкаться, я не знаю, чего это... Фетель! Это ты? О, папа! А вот мы и встретились с тобой лицом к лицу. Ты меня не ждал? И я тебя не ждал. Давай разойдемся мирно. Иди своей дорогой. Я отпускаю тебя. Отпускаю тебе. Все грехи ты есть хотел просто. А не корми... Не кормили тебя... Сколько лет? Снова ты. Да-да. Зарывая свои грехи в землю, люди сеют семена собственные гибели. А, ты не... Так. Идет война. Я вижу пламя, охватившее землю. Твою мать. Трупы на улицах, пепел сгоревших городов, расплата. Это ты сейчас расскажешь, типа, что будет или что? Если это такое будущее, то оно как-то совсем не оптимистично. И, чувак... Какого хрена? Я думал, ты Феттель, а ты, кажется, опять мой глюк. Я вообще не понимаю, почему меня глючит, почему меня глючит, почему остальных не глючит. Это как... Бляха! Так, погодите, передыха. Шка.
Какая передыха? Что за слово такое дурацкое и какой-то, не знаю, передыха, блин. Давайте не будем ходить по темноте, короче, это раз. И это два, это меня напрягает вообще тут. А, слушайте, я только сейчас понял, знаете, почему меня штырит? Потому что я эти фиговины в себя всаживаю. Увеличение здоровья, увеличение скорости. Вот из-за чего меня штырит. Я, конечно, этот чувак, которому нужны эти фиговины для того, чтобы улучшить это скорость. Но это, короче, и мой враг. Бляха, я только сейчас понял. Ну как, под конец игры надо же хоть что-нибудь-то понять. Так, свет заморгал. Свет не заморгал, свет выключил я! Все выключилось! Вот, кстати, скажите серьезно, у меня звезды на глазах серьезно начинаются. Вот скажите, у кого-нибудь есть такой фонарик, который выключается в течение 10 секунд? Какого хрена? Почему-то нету специальных фигурин, которые на заряд фонарика. Что это за фонарик такой дурацкий? Я, конечно, люблю фонарик, зато он бесконечный, он заряжается. Но почему он так рано кончается? О боже, я никуда не хочу. Отпустите меня куда-нибудь. Можно я пойду? Это в детство мороженое буду есть. Бляха-муха! Воу, 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 прячься просто куда-нибудь, хрен с ним! А, это стул. Тьфу, блин. Я не испугался. Это просто... Я вас беру за испуг. Фух. Так, сейчас свет опять выключится. Бляха-муха! Опять эти роды, опять этот стон, опять эти дети. Так, ну, наверное, да, надо ходить. У меня отобрали оружие, у меня отобрали фонарик, у меня отобрали все. Я вижу операционный стол, я вижу пипец. А, у меня одни маты. Бляха, мне страшно. Я хотел Альму, я не хочу Альму. Я не люблю детей, я не люблю девочек. Вот я только сейчас-то понял. Я не люблю девочек. Блин! Мертвые остаются мертвыми, хорошо, я спрячусь, я буду сидеть вместе со стулом. Стул мертвый, я буду вместе с ним, мне с ним хорошо. Вот зачем ты четко заорала? Нет! Знаешь, как я сейчас завещал, как дурак? Это позор, серия, короче, я здесь реально визжу, как девчонка. Там Альма была! Я не... Напомните мне больше никогда не ходить ни в какие закоулки, когда есть прямой путь, по которому надо идти, идти прямой путь. Зачем я захожу в всякую фигню? Там за дверью была Альма, тень от Альмы. Хорошо, я заметил это в последний момент. Бляха, есть тут кто? Давайте никого. Бляха. Я просто не подготовлен сейчас. Я сел за эту серию, не подготовлен. Я просто был уставший, я не подготовлен. Бляха, муха. Ох, муха! Ой, я вздрогнул! Это всего лишь эти пираты, блин, стреляльщики, как их там? И забыл я их. О, бляха, я так сейчас подскочу. Ой, муха! Все, сейчас истерика пройдет, давайте вернемся куда-нибудь. О, бляха, как мне плохо сейчас было. Я реально подскочил на месте. Ой, слушайте, у меня перед глазами посерело. Сейчас мне надо как-то отпустить. Сейчас, погодите минуту. Тут на паузу можно нажать? Вообще, я не знаю. Ну, можно на паузу нажать. Я на паузу нажму. Ой, мне плохо. Ух. Пипец. Вот дурацкий эфир. Я вот жаловался на него в предыдущей серии. Говорил, что очень плохая игра, что так вот все плохо. Видимо, это как раз-таки была разгрузка. Я по течению 5 серий просто бегал. И теперь я настрадался. Просто за последние минут 5. Ой, пошлите дальше. Я прям вот в этот момент я реально отскочил и отпустил клавиатуру, и... Ну вы видели, это было видно. Я отскочил, отпустил клавиатуру и мышку, и просто ни во что не стрелял. Бляха-муха. Вот это было внезапно, мужик, вот это тебе, на тебе за это в голову. Умри. Но я рад вам. Эй-эй-эй, это был капец. О, как мне сейчас было плохо. О,
Мужики, я вам рад. Я вам несказанно рад. Ой, только извините, я, конечно, так вас обосрался. Я реально так живых людей не срал никогда. Как я сейчас... Я от Альмы так не подпрыгнул, когда вы выскочили, как я от вас подпрыгнул. О... И меня... Меня... Я сломал... Да в шубу, короче. Я не буду удивляться тому, что я что-то сломал. Реально. Мне скорее надо удивляться, если я что-то за серию не сломаю. Так я не сломал? Так, ладно. Ой, так. Осознайте, что самое обидное сейчас было? То, что напротив меня сейчас сидел Тимон и Нала, моя девушка. Они видели, как я испугался. Я вот реально, они думали, что я бесстрашный человек. Ну, по крайней мере, в жизни, когда мы ходили в Дом страха, естественно, я реально не пугался, я больше тупил. Я вообще человек затуп. У нас Тимон, как вы поняли, человек страха, я человек затуп. Но сейчас было так позорно, я так подскочил просто. Мне теперь стыдно будет смотреть им... сердце. Бляха. Ну как вам? Бляха, зачем я это сделал? Так, отлично. Мужика разорвало просто. Да. Оторвало. Оторвало. Оторвали. Сейчас, погодите. Я сейчас скажу. Оторвала парню лапу. Потому что он всех лапал. Вот так вот. Нехрен всех лапать. Будешь с лапами тогда. А я лапаю хороших, потому что я хороший. Так, ладно. Двигаемся дальше. Ой. Ой, так, все. Ага. Пару недель назад Армахем пытался возобновить работы по источнику. Но группа, отправленная туда, исчезла без следа. В итоге объект снова законсервировали. Ой, я так испугался, что у меня аж сопли потекли, реально. А у меня все потекло, не то что сопли. О, так, ладно. А в кого вы там стреляете-то? А в кого, мужики, стреляете? Опа, они с кем-то воюют. Прикольно. То есть на моей стороне кто-то еще есть? Я надеюсь, на моей стороне не топнулся. Так, и этот кто-то очень... А, понятно. Они воюют с тем мужиком. Мужики, я вам помогу, короче, сейчас один раз. Но я помогаю вам один раз только. Мужики, я вас не брошу, потому что я хороший. А вот тебя я убью за это. Меня просто приклинило на эти песни. Так, ты сейчас умрешь все равно. Бля, мне насрать, что ты в щите. Ебать, ты орешь, я не знаю, блин. Я не знаю, ты орешь, как вообще... Как хрен знает кто, блин. У тебя такой голос. Знаю, как будто тебе в рот залили, это, знаете, скажите, это, как там называется, когда человек полоскает горло-то, вот этой фигни, причем горько, вот, просто начал полоскать и рот забыл. Я запинаюсь, я просто весь обосран. Я весь обосран, вы поняли, да, это? О, так, ладно, идем дальше. Что тут у нас происходит? Мужики, я так рад этой стрельбе. Вообще, вот не знаю, у меня сейчас такой адреналин, антураж, короче, бон-вояж, что я просто не знаю, потому что нету Альмы, нету... Сохранение контрольной точки, я уже думал, это Альма. Фух, так, ладно, идем дальше. Здесь света нет. Так, Фэтл направился к административному корпусу. Похоже, он идет за Элис Уэйт. Ага, он идет за Элис Уэйт. Элис располагает очень ценной информацией. А, найти Элис Уэйт моя задача сейчас. Отлично. Ой, я сломал стекло. Я думал его просто... Да что я думал? Ничего я не думал. Я просто сломал стекло. Так, идем дальше. Так. Саперы.
Так, 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 прячемся, пока меня не запалили. Воу! Зачем ты наклонился? Чувак наклонился ко мне башкой, я ему прям бошку процедил. Реально, у него теперь не башка, а этот, дуршлаг. Там можно этот, мозги через нее процеживать. Хотя, учитывая, что он ко мне так наклонился, я не думаю, что у него там вообще мозги были. Этот мужик вообще сломался пополам. Он, короче, решил перед смертью йогой заняться. Он дотянулся кончиками пальцев до кончиков пальцев ноги. Кончиками пальцев руки до кончиками пальцев ноги. Я бы так не смог. Реально. Да куда мне жирный свин? Я могу только пузом до пуза. Я одной складкой пуза до другой складки пуза могу дотянуться. У меня, кстати, хорошо получается. Так. Отряд, отходим. Отходите, отходите. Так. Я тут этот, извините. Чё? Чё ты делаешь? Мужик тут бегает как-то странно. Так, давайте послушаем сообщение. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Привет. Почему твой мобильный не отвечает? Перезвони. Сообщений больше нет. Ищите, ищите меня. А где вы? Ну? А что такое? А. Зараза, ты меня нашел. Недолго мы с тобой играли в мышки-кошки. А, здесь дверь есть. Зачем я сломал стекло? Ой, блин, дурак. Ну я как всегда, короче. Отряд, перекличка. Разговорчики. Вижу. Воу, мужика отнесло. Это было нормально. Ой, все, этот умер. Так, двигаемся дальше. Блин, тут опять у них эти. Черт, чего делать, чего делать? Так, у меня есть базука. Но тут есть снайперка. Так, так, продолжаем. Я не понимаю. Вот знаете, обычно во всех элитных зданиях, вот я, который не видел фильмы, там, Нью-Йорк, Нью-Йорка... Блин, вот я заболтался, стою, болтаю с картиной. Короче, во всех элитных зданиях, вот знаете, в Нью-Йорке, да все фигни, ты, короче, что это? Скажите, там обычно в зданиях такие красивые всякие растения, а здесь кактусы. Реально, такая богатая компания и смогла купить себе только кактусы, серьезно. Или тут, я не знаю, кактусомания, что ли, какая-то, я не знаю, что это такое? Одни кактусы, блин. Да я тупо гранату бросил. Так, отходим. На-на-на-на-на. Иди нафиг. Так. Иди сюда на меня. Ну. Слушай, я тебе сейчас, короче. На. Ну как оно твоим же оружием тебе? Нравится? Я думаю, нравится. Воу, вот это он звук издал. Такое ощущение, знаете, что он только что играл в какую-то приставку, и он провалил уровень. Да, уровень-то ты провалил. Нет, патронов мало. Я буду бегать пока что с этой стрелялкой. Так, ладно, подберем обратно бомбу. Подберем обратно этот пистолет. Фух, так, ладно, все. Счастье моему нет как. Так. Про что там говорил-то? А, я вспомнил свою задачу. Мне надо найти какую-то... Да, блин, там... Опять идти?
короче, сделаем так. Сделаем проще. Раз мне дают снайперку, я просто подберу снайперку, где она там валяется. Это кто там кинул гранату? Это кто такой? Все. Снайперка хороша. Люблю эту снайперку. Но единственное, на нее очень мало патронов дается, поэтому... А ну, кстати, давайте добежим просто оттуда. Подберем от той снайперки оружие. Ну, от такой же снайперки оружие. Может, у нас патронов будет чуть побольше, и тогда, может, я все-таки с ней буду бегать. Потому что мне она реально крайне нравится. Она реально мощная, но патронов почему-то к ней дается крайне мало. Мужик, хватит йогой заниматься. Серьезно, ты так выглядишь, я не знаю. Вот я в таких ситуациях говорю распихондр. Вот ты реально сейчас распихондр. Это даже не сальто мортале, до тебя это... Скажи, людям из Mortal Kombat это далеко. Слушай, а что это за маска, я всегда хотел посмотреть. Слушайте, это... Это кто? Я даже не хочу знать. Так, где? Где оружие? Твою мать! О, вот это капец! Серьезно? Ой, башка чья-то. А, это твоя башка! Да, блин, ну, короче, я просрал оружие. Вот дурак. Ну ладно, чего поделать-то. Так, ладно, давайте я на крышу спрыгну. Так, тихо. Хорошо, что я, кстати, взял снайперку. В этом плане. А, все, убил. Надо запомнить, что, короче, я всех врагов убиваю 6 патронов с этой фигней. Угу. Так, двигаемся дальше. Тихо, вертолеты! Это нифига себе вертолет. Я не знаю, это агенты щита прилетели. А, это тут тупик. Тут Тимон. Воу-воу-воу, твою мать! Бляха, в меня пуляет. Это был капец. Опять эта шняга прибежала. У меня было только что, вы видели, да? У меня было 100 брони и 170 жизек. Теперь у меня 103 жизки и 0 брони. Офигеть. Офигеть. Давайте вот больше не надо этой фигни. Ой, как... Вы видели, я ему в прыжке в бошку попал. Минус еще один. Противник. Еще минус один. Следующее. Подходим порционно. Так, и куда идем? О, конечно, вот я сейчас подобосрался, когда этот чувак на меня выпрыгнул. Ага. Куда идти? Куда идти? Короче, тут очень много опять от этого автомата дается. Ну, дается-то дается, но мне сейчас это не важно, потому что... Бляха! А мне сюда надо или нет? Гасите свет! Понятно, мне сюда и надо. Раз мне заорали гасите свет, то значит я сюда не пойду. Я пошел в другую сторону. Идите нафиг, мужики. Так, да я сюда пойду. Я так рад, я так счастлив, что у меня есть аптечка. Еще одна, я ее подберу порой. И пойду-ка я куда-нибудь отсюда. А, понятно, здесь все уже. Так, я тут смогу выйти? Не зря же я разбил стекло. Нет, не зря, все нормально тогда. Так, куда нам надо? Нам вот ту сторону надо. Я уже заблудился. Может, тогда мы сейчас снайперку выкинем, поменяем пока что на то оружие и потом со снайперкой снова пойдем. Потому что уж очень мне она нравится, реально. Вот я не знаю, почему я с ней раньше не бегал, я знаю, потому что я ее экономил. Окружаем! Окружай, окружай, кого там окружаете? Я вообще не в той стороне. А где вы? Вижу! Бляха! Минус один. Фига у него башка-то полетела.
Заметьте, я нашел небольшой баг в игре. Немножечко игру подсломал я. Твою мать! Вау! Мужик испарился! Вы видели? Я попал ему в голову, он исчез! Я сломал чуть-чуть игру еще раз, видимо. Воу, я снес ему бошку еще раз. Это другому мужику уже, конечно, не тому же, который просто испарился. Я по тому просто бошку попал, он просто исчез. Офигеть, эта пушка просто вообще реально. Просто это головосносящая пушка. Она срывает крышу. Причем в прямом смысле этого слова. Так, я пока что все-таки с ней побегаю. Она мне крайне нравится. Бляха-муха. Фига тут темно. А, вот. Включим свет. Отлично. Теперь двигаемся дальше. А, тихо. Минус два. Следующее. Пока что я все-таки побегу с этой пушкой. Не хочу ее менять. Тьфу, его сигнал опять пропал. Ага, понятно, опять он пропал. Понятно. Ага, я сейчас спрыгну. Ага, как нам сюда попасть? А как мне сюда попасть? Блин. А, да тут, господи, тут сломано просто стекло. Чего я туплю? А, я попасть не могу. А, может как-нибудь. Да какого хрена? Какого хрена? Я не могу сюда залезть. А, вот я залез. А, так это дверь была открыта. Я так и знал. Я просто притворялся. Так, двигаемся дальше. Так, давайте подберем тогда там, потому что я чувствую, что-то там очень плохое. Потому что там надо спрыгивать вниз, значит, сейчас, скорее всего, нас там ждут. Двери я закрыл вроде, да? Конечно, я. Поэтому не надо пугаться. Это все. Моя работа. Так, все, двигаемся дальше. Я думаю, после такого, после такой спецоперации повышение по службе мне гарантировано. Если меня не повесят, то я просто застрелю всю Америку. Я думаю, у меня это получится. Обама, жди меня. Так, тихо. Вот это плохо, здесь очень открытое пространство. А, загрузка, все, слава тебе, господи. Изменения. Элис Уэйт. Ситуация. Пакстон Феттел находился... А, находится в административном корпусе Армахема. Скорее всего, он ищет Харлана Уэйда или его дочь Элис. Корпус охраняется значительными силами противника. Задача – найти Харлана или Элис Уэйт, и Элис Уэйт, точнее, а затем обеспечить их эвакуацию. Короче, мы в предыдущий раз попытались эвакуировать одного заложника, его в итоге убили. Давайте мы не будем никого эвакуировать, давайте мы просто убьем кого-нибудь из игроков и оставим их тут пока что. При входе в административный корпус соблюдать предельную осторожность. Андрей, сейчас на меня никто не нападет, потому что я думаю с вами попрощаться все-таки. То серия опять нереально длинная, такая, знаете, счастливая серия, что все вернулось на круги своя, до хрена Альмы, но при этом... О, это только эпизод 07. Изменения. В общем, давайте я вот сюда спрячусь. Даже если на меня нападут, то я закрылся, то есть меня не трогать. Я тут спрячусь. И на этой прекрасной ноте я прощаюсь с вами. Спасибо всем, кто смотрел данное видео, кто комментирует его, ставит лайки, подписывается. Всего вам хорошего, до скорых встреч, с вами был Пумба. На эту серию мы реально настрадались, надеюсь, в следующих сериях нас такое не ждет. Всего хорошего, пока.